Благодаря жителям региона в национальном парке Лосиный остров появились липы, сирень и черемуха. На экологическом фестивале сажали деревья и люберчане. Городской округ представила большая делегация. Вместе с представителями общественных организаций территорию национального парка озеленяли политики и артисты. Также экофестиваль стал дискуссионной площадкой. Участники поговорили о наболевшем – рекультивации полигонов, очистке водоемов, раздельном сборе мусора. Мы с 1 января больше платим почти в два раза за вывоз мусора. Где результаты? Где два контейнера? Где синие-серые мусоровозы? Почему в конце концов значит, полигон, который там рядом находился, как работал, так и работает? Вот на эти все вопросы нам приходится отвечать. Также участники экологического фестиваля приняли участие в мастер-классах, смастерили скворечник и посетили лекцию. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.